Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ребята, это не машина, а просто ракета. Смотрите, я по льду. Я по льду еду. И мне нужно за время проходить чекпоинты. Мне нужно просто гнать со всей этой. 19 километров. Мне нужно ехать со всей скоростью. Как мне можно войти в этот поворот? Просто не могу себе представить. Да, ну что ж. Дорогие друзья, а перед тем, как вы посмотрите это видео, рекомендую вам подписаться на мой канал. Также обязательно ставим лайки. Поехали! Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Вечное Детство, и сегодня мы продолжаем играть в игру Need for Speed The Run. Будем играть, будем кататься на вот такой BMW. Посмотрим, что нам она принесет. Так, давайте выберем какой-нибудь другой цвет. Вот такой, что ли, взять? Серый. Давайте возьмем серенький такой. Прокатимся и посмотрим, на что, в принципе, способен этот автомобиль. Ребята, если вы еще не подписались на мой канал, советую это сделать. Также буду ждать ваших комментариев. Ну что ж, давайте прокатимся на этом автомобиле и посмотрим, на что он способен. Так, придите первым. Отлично, хорошо, будем стараться приехать первым. Так, ну что ж, наши соперники далеко уже впереди, так что мы должны их обязательно догнать, ребята. У нас отличная BMW, которая нам гонит. Так, ребята, как же включить нитро? А, вот. Ва-ва-ва-ва-ва-ва. Догоняю Митсубиси, перегоняем. Ура, мы перегнали Тойоту, перегнали. Осталось впереди еще много-много машин, но мы, я думаю, справимся обязательно с этим и все машины перегоним. Так, тихонечко, тихонечко, не отстаем. Так, 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 аккуратно. Так, в прошлой части мы отлично погоняли на Porsche. Было очень много аварий. Это не из-за того, что я прям так вообще ездить не умею. Просто игра, ребята, очень сложная. И приходится иногда и проигрывать. Потому что вон гуси летят ключом на теплые края, наверное, видели? Так, я должен обязательно... Мне уже BMW немножко побитая. Nissan 350Z идет на обгон, или 370Z. Они там уже новые вроде появились. Так. И мы должны... Так, первое место держится BMW M3. Мы должны обязательно ее сейчас обогнать. Там был скороченный путь, нужно было поехать. Но я почему-то не поехал по скороченному пути. Я лучше бы поехал. И это бы мне... Ой-ой-ой-ой-ой, как так можно? Как так можно было врезаться, ребята? Осталось 2,5 километра до финиша. А я уже еду в самый последний. Ничего, я думаю, мы с вами обязательно должны догнать их. Что так машину носит-то? То есть мы их обязательно догоним. И придем к финишу. Я так думаю, потому что осталось уже 1 800 км. Так. Так, ребят, что-то мы реально отстали уже. Нужно было ехать по скороченному пути. И тогда я бы, наверное, выиграл бы гонку, потому что... Либо я уже эту машину разбил, что она не едет, либо... Ну все, уже финиш, я иду самым последним. Видите, не нужно было мне врезаться. Если бы я не врезался, я бы обязательно пришел бы первым. Так что, здесь ничего страшного нет. Тут на гонщика обижаться не стоит. Так, ребят, в комментариях, пожалуйста, указывайте, в какие игры вы хотите, чтобы я поиграл. Буду все для вас делать. Так, давайте выберем серию состязаний и, естественно, выберем дальнейшие наши
действия. Так, кочки до ухаба. Давайте вот возьмем. Так, автомобиль мы можем выбрать либо Nissan Skyline, либо Mitsubishi Lancer Evolution X. Давайте возьмем старенький Skyline. Давайте возьмем ему синий цвет. Я думаю, он больше всего ему подходит. Будет хоть немножко похож, как в Форсаже. Ребята, обязательно подписываемся на мой канал, а также ставим пальцы вверх. Вам это не сложно, а мне очень приятно. Будете моими друзьями. Спасибо вам большое. Так, ну что ж, вы готовы к сильной гонке, которая сейчас случится с нами? Вау-вау-вау. Ой, ребята. Вот такой, в принципе, у нас старенький Skyline, и мы едем ночью. Почему-то не думал, что мы будем ехать ночью. Но так получилось, потому что всегда были днем. Но сегодня так получилось, что мы катаемся по темноте. И катаемся по не по трассе, а в лесу, где-то возле речки. Короче, такая вот плохая очень здесь дорога. У меня уже какой-то бампер отвалился. Какой-то звук, слышите, он уже все что-то шатается там. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Реально сложно, сложно. Очень вернуться. Так. Руль еще с правой стороны, не с левой. Чуть-чуть непривычно, конечно, но... Тем не менее, мы с вами должны догонять их. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Разбились, но ничего. Сейчас мы обязательно все повторим и приедем к финишу первыми. Да что ж ты меня так несет-то? Включил нитро, а меня просто в реку заносит. Ребята, опять чуть не врезался в этот столб, в который врезался в прошлый раз. Так, выехали мы на трассу. Вот на трассе вроде немножко легче. Так, первого обогнали. Осталось 3,8 километра до финиша. Так, нам нужно обогнать вот этот форт. И обязательно всех остальных. Уйди отсюда, не мешай мне ехать. Ой-о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 й. Пробили мы путь. Сзади светят мне соперники фарами. Я думаю, почему так стало светло? Конечно, позади меня сколько автомобилей едет? 7 или 6 автомобилей. Или 5. Ну что ж ты, куда ж ты по кустам? Давай меня. Какое-то Рено обогнало. Давайте, ребята, по шахтам. Надо обогнать его. Иди отсюда. Так, скинули мы его с дороги. Отлично, он ушел в пропасть. Нам остался 1 километр, ребята. Я думаю, мы сейчас обязательно должны победить с вами. Эту гонку выиграть. Все, выехали мы на трассу. А вон я вижу уже и финиш. Ребята, надо включать нитро, потому что другие автомобили тоже хотят выиграть. И таким образом включают нитро. Но им не судьба выиграть, так как первым приехал кто? Я, ребята. Я, ребятка, да. Так, все, победили, давайте посмотрим. Так, выходим в меню для того, чтобы выбрать другую гонку. Так, а для тех ребят, кто смотрит мое видео, но еще не подписался на мой канал, советую это сделать. Красная кнопочка внизу, написано «Подписаться», а также ставим пальчик вверх. Ну что ж, давайте посмотрим, какие еще здесь есть, в принципе, состязания. Так. Давайте зимой, ребята, прокатимся. Хочу зимой прокататься. Только вот спуск только для профи. Черная гора, просто гони. Вот просто гони, вот это мне вот нравится. Ребята, будем мы гнать на машине
Pagani. Машина называется Pagani. Какая-то там модель, не знаю какая. Короче, посмотрите, вот такой крутой спортивный автомобиль. Давайте возьмем, наверное, синего цвета. Или оранжевого. Давайте возьмем оранжевого. Возьмем оранжевого цвета и прокатимся на нем. Посмотрим, на что его характеристики двигателя способны. Выдержит ли нагрузку большую? И какая у этой машины вообще скорость? Сейчас будем проверять и тестировать. Ну что ж, ребята, поехали. Еще зимой. Вот это да. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ребята, это не машина, а просто ракета. Смотрите, я по льду. Я по льду еду. И мне нужно за время проходить чекпоинты. Мне нужно просто гнать со всей этой 19 километров. Мне нужно ехать со всей скоростью. Ой-ой-ой-ой-ой. Как мне можно войти в этот поворот? Просто не могу себе представить. Так, ну что ж. Аккуратно слетели с дороги. Ну вот как так можно? Аккуратно нужно. Это же гоночный автомобиль. Если я буду ехать 20 км в час, это же будет попросту неинтересно никому. Я буду ехать как черепаха. Мне же нужно гнать со всей силы, чтобы у меня просто вышибало мозги на улицу. Вот на такой скорости. Вот тогда, вот только все будет в порядке. А если я буду еле ехать, мне все мои подписчики скажут: что ж ты не можешь нажать на педаль газа? Скажут: что ж ты не можешь хоть чуть-чуть погазовать? Что ж ты так едешь, как трактор? А тебе нужно не в Need for Speed играть. Тебе нужно играть в трактора, на каких-то, на полях сажать картошку и ездить на тракторе. Так, а здесь у нас гоночки, так, поворот. Ой-ой-ой-ой-ой, подходим. Хотели войти дрифтом, но не особо получилось сильно задрифтовать. Немножко дрифтанули. Ребята, вы видели? Реальный лед на дороге. Очень скользко. Не успел, не успел с этим дрифтом, не успел. Время вышло. А как мне можно успеть? Вы видели там лед какой? Как я успею, если там такой огромный толстый лед? Да. Так, мы на последнем чекпоинте. Не знаю, 26 секунд, но я не успею. Это что мне нужно сделать? Ну реально. Одной секунды мне буквально не хватило для того, чтобы подхватить этот чекпоинт. Да что ж так сложно-то? Так, ну что, давайте. Да давай едь, что ж ты... Как мне можно на льду за такое время проехать, ребят, скажите мне? Как? Как? Торопитесь. У вас осталось 7 секунд. Конечно. Легко говорить. Но этот раз вообще не успел просто. Ненавижу гонки на время, ребята. Никогда больше не буду играть в гонки на время. Вот соревноваться с соперниками я понимаю. А ехать на время по такой дороге — это просто уму непостижимо. Вот кто может ехать на такой скорости? Вот скажите, вы сможете это сделать? Смотрите, как ее заносит. Как можно ехать по льду на такой машине? Это уже уму непостижимо. Так, ну что ж, дорогие друзья, данный выпуск подошел к концу. Встретимся в следующих выпусках. Будем играть во что-то другое. Ребята, не забудьте подписаться на мой канал, а также прокомментировать эту запись. Какую вы хотите игру, чтобы я поиграл, я обязательно ее установлю и поиграю. Все для вас, дорогие друзья. Нажимаем подписаться. Красная. Квадратик такой красненький. Подписаться обязательно. И ставим пальчик. Понравилось, не понравилось. Все, ребятки. Жду ваших комментариев. До встречи, дорогие друзья.